я не могу пропустить вас в кабинет. Доктор Джекил строго запретил его беспокоить. И ни при каких обстоятельствах к нему не входить. Могу ли я сообщение передать от вас? Просто напомните ему, что в его жизни есть не только работа, но еще и я, например. Очень весомый аргумент. Если вы позволите, то я замечу. Он не хочет меня видеть, Джон. Уже пятый день. Я боюсь за него. Я тоже. Но ты же знаешь, Генри. Думала, что знала. Но это его затворничество. Послушай, я поговорю с Полом. Пол! Мистер Петерс, но вы же знаете о моей глубокой преданности доктору Джеку. И я не вправе его осуждать, но... Думаю, что есть некоторые крайне важные, на мой взгляд, обстоятельства, о которых я хотел бы вас предупредить. Доктор Джек круглосуточно работает в своей лаборатории вот уже целую неделю. И он приказал мне его не беспокоить и обед оставлять на подносе у двери и... Вы не видели и не разговаривали с ним все это время? Нет, сэр. Ни разу. Но, понимаете... Послушайте, Пол. Едва ли это предательство. Рассказать мне то, что происходит с доктором Джеком. Я, как всегда, взял поднос и заметил, что вчерашний обед его не был тронут. Но изнутри... Да-да, изнутри доносились эти звуки! Это были странные голоса. Один голос мне был совершенно незнаком. Я его слышал впервые. Я бы с трудом назвал этот звук человеческим голосом. Но то существо, которое стояло за дверью, оно выло, как раненый зверь, как грешник под ухом, и все кричало о каких-то лекарствах! Вот. Ты должен срочно пойти к аптеку и принести мне эти ингредиенты. Да, скорее, Пол. Скорее, Пол! Да, я уже бегу. Генри! Черт побери, что здесь происходит? Ты себя в зеркало видел? Ты чудовищно выглядишь. Джон, излишние эти наставления. Без причин меня не осуждай. Друга помощи, а не поучения. Мне нужна, а нет, тогда прощай. Генри, ты рискуешь репутацией. Теряешь дорогих тебе людей, но оказавшись в трудной ситуации, так глупо отвергать совет друзей. Ты в заперти, совсем один, ты одержим своей работой, ты стал другим, ты нелюдим, ты хочешь скрыться от кого-то. В глазах печаль, тебе мне жаль, и я боюсь, ты заблудился. Джон, так что с тобой? Ты сам не свой, зачем скрывать эту боль? Вчера ты другим, твой огонь, твоя
Он обречен, и я темно в своем забвении, чтобы знать.